кинцо. Всем привет! Сегодня в кино идут сказка про принцессу и сказка про победу в коррумпированном мире России. «Золушка» и «Духлесс 2». И мы вам расскажем про «Золушку». Все-таки 8 марта было не так давно. Вперед за подробностями! Алчный Дисней вступил на полосу ремейков. Компания снимает фильмы по своим же сказкам о принцессах, но теперь показывает их с другой, обратной стороны. Так, история про спящую красавицу стала историей проклявшей ее ведьмы Малефисенты. Экий уродец, мне даже жалко тебя. Приключения Алисы в Стране чудес сделали мрачным с драконами и баталиями. Вернулась? Алиса? Алиса! Да, Алиса? Абсолютнейшая Алиса, я узнаю тебя везде. Я узнал! А через пару лет нас ждет конфликт красавицы и чудовища с Эммой Уотсон в роли Белль. Я хочу однажды возглавить эту страну. Хотя недавно вышел французский ремейк, и был он совсем неплох. Впрочем, историй про поиски принцев много не бывает. Если есть хоть какая-то новая идея, успех гарантирован. Хотя у 50 оттенков серого все получилось и без этого. Она будет тебе как мама, а ее милые дочери станут тебе сестрами. И где бы я ни был, мне будет за тебя спокойно. Свежая «Золушка», в отличие от всех вышеперечисленных переосмыслений, ничем не хочет отличаться от оригинала. Все так же мачеха достает падчерицу. Фея крестная все так же где-то пропадает во время мук девочки. Потом внезапно волшебница вспоминает про свой долг и таки помогает красавице попасть на бал. Благо, все эти дела по дому никак на внешности не сказались. Так, где мышата? В целом, историю все знают настолько, что удивлять приходится чем-то другим. Выделим 4 пункта. Декорации, костюмы, драма и актеры. Центральный зал дворца огромен и построен специально для фильма. А теперь время цифр. Размеры зала 45 на 32 метра. В нем 17 люстр из Италии, 5000 свечей, 16000 искусственных цветов из шелка. И где-то там потерялась одна туфелька. Самые запоминающиеся платья, разумеется, были у Золушки и ее феи крестной. Так, наряд феи был украшен светодиодами в количестве 400 штук, а Золушка носила на платье около 10 тысяч кристаллов фирмы Сваровски. Драма. Чтобы фильм хоть чем-то отличался от мультфильма, отец Золушки умирает, и родители принца тоже. Многовато трагедий для детской сказки. Актеры. Лили Джеймс начинает все больше светиться в Голливуде, а пока ее самой значимой ролью была веселая девочка с диабетом в фильме «Сломленные» с Тимом Ротом. Ричард Мэдден еще совсем недавно играл короля в сериале «Игра престолов», но там, видимо, что-то пошло не так, и он опустился до принца с голубыми-голубыми глазами и на коне с карими. Кейт Бланшетт настолько талантливая актриса, что выжимает из своей, казалось бы, карикатурной злодейки по максимуму. И это не случайно, ведь всего год назад она получила Оскар, ну вы знаете. Ну теперь-то точно знаете. Может, тебе будет удобнее завтракать после нас, Элла? Да, матушка. Полно, что за матушка? Мадам, хорошо? Фея Хелена Бонем Картер появляется нежданно-негаданно и тут же забирает себе зрительские симпатии. Вот только в фильме ее совсем мало, даже обидно как-то. Где вера в добро, там и доброта. А доброта — это и есть волшебство. А в конце будет восхождение на престол и, конечно же, свадьба. Не красная, а довольно красивая. Все как в сказке. Не это ли ты ищешь? Все новинки смотрите в кинотеатре «Русь-кино». Суздальский проспект, дом 8, телефон для справок 400-004. Вообще, вместо нашей длинной передачи можно было просто сказать, что «Золушка» — это «Золушка», и все. Но мы легких путей не ищем. Это было крутое кинцо, всем пока!